Так, сегодня первый день вышел на лыжах. Сегодня у нас минус 26 градусов на улице. Взял с собой веб-камеру, это как она называется? Экшн-камеру. Ну, полярная ночь, темно, плохо видно. Вон там вот, лосоржигательный завод, там луна. Ну, не возьмет ее эта камера, к сожалению. Хотя снимаю разрешение 1600. Все равно темно. 2 часа дня сейчас, кстати. Там у нас домики новые построили. Там кто-то отдыхает. А я поехал. На лыжне никого нет, лыжня хорошая. Вообще скользко. А я поехал. Кружков 5, наверное, сделаю. Это квадраты наше среднее озеро. Потому что в лес идти смысла нет. Вверху холодно, во-вторых. Холодно и темно. Далеко особо не уйти. Что-то у меня камера глючит.